где и как хранить спиртное. Этот вопрос часто встает не только перед виноделами или любителями, коллекционерами вина, но и перед людьми, которые занимаются дизайном интерьера. Все-таки мы все за здоровый образ жизни, но спиртное в нашей жизни, извините за тавтологию, все равно присутствует, поэтому какие-то моменты с его хранением, правильной подачей все равно нас волновать не могут. Поэтому сегодня в нашем видео от магазина «Купи сувенир» мы хотели показать вам такой, один, скажем, из многочисленных вариантов такого декоративного подхода к хранению спиртного. Это вот такие вот два стеллажика деревянных, сделанные в виде, или, скажем так, по мотивам обыкновенных таких товарных деревянных ящиков. Единственное, что они приспособлены для хранения бутылок, в данном случае винных. Сделаны они из дерева, из массива, не из какого там ни МДФ, других компонентов. Просто вот дерево, дощечки дерева, протонированные. На них даже стоят вот такие вот, скажем, штампы на алкогольную тематику. Достаточно грубо, если можно так сказать, в хорошем смысле этого слова они сделаны. Протерты с такой долей винтажности даже. Такие немножко состаренные. Вот один стеллажик сделан, скажем так, в вертикальной компоновке, то есть можно поставить два ряда вертикально, один вот этот вот, горизонтальный. Бутылки, как и положено, в этих стеллажах будут храниться вот так вот лежа, скажем. Эти стеллажики, скажем так, правильно, можно использовать как, скажем, в домашнем быту. Можно поставить, если место позволяет, можно поставить где-то в районе кухни, в каком-нибудь затемненном месте, друг на друга, может быть, два или этих два. Украсить полки в интерьере Прованса, они будут смотреться еще гармоничнее, поскольку, скажем, вот такой вот декор этих деревянных надстроек очень хорошо сочетается именно с этим деревенским таким состаренным стилем. Конечно, вариантов хранения спиртного неимоверное количество. Различные мини-бары, глобус-бары, стеллажи, металлические стеллажи, корзины, корзины с ручками. Ну, в общем, все что угодно, все это вы можете найти на витринах магазина «Купи сувенир». Советуем вам, если вы занимаетесь этой проблемой, именно связанной со спиртным, с его подачей, походить по нашим витринам. Я думаю, что нужный вам вариант обязательно отыщется. Если этого не произойдет, пожалуйста, звоните нам, задавайте вопросы. Мы всегда готовы вас проконсультировать, ответить на эти вопросы и, в общем-то, помочь решить вам эту задачу.